Огнен, поздравляю с забитым мячом. Как настроение, как самочувствие? Ну, спасибо. Настроение хорошее. Чувствую себя очень хорошо. Еще похудел. Готовимся для чемпионата. Не знаю, где буду играть. Для дубля или для основной состава. Но все равно я профессионал. Готовимся для следующей сезона. Буду стараться, чтобы было самое лучшее. Сейчас сбор самый тяжелый, наверное, позади. Теперь уже больше работа с мячами. С этим поднялось немножко именно настроение. Может быть, вот веселее работает? Ну да, сейчас поле хорошее. Гостиница очень классная. Погода тоже хорошая. Нет зима, как в Самаре. И нам большое удовольствие тренироваться на такое поле. С молодежью интересно, задорно понимаете друг друга? Ну да, я самый старший здесь, но я получаю удовольствие, могу что показать и объяснить молодым футболистам. Я очень рад, что здесь с командой и что буду тренироваться. До матча знал, что приехали тренеры, в том числе из основного состава, посмотреть игру, как-то добавляло, подстегивало? Ну, я знал, что они приедут, я очень рад, что они пришли посмотреть, кроме меня, там еще молодые хорошие футболисты. Я думаю, что из дубля на будущее время будет много футболистов, которые будут играть в основном составе.